Срочные сообщения приходят из Таджикистана. Там, в Рамитском ущелье, по некоторой информации, убит бывший замминистра обороны Абдухалим Назарзуда. И вот тут его пытались поймать последние несколько дней, но пока эти данные приводят только информационное агентство «Азия Плюс». В ближайшее время будет подготовлено специальное сообщение. В Министерстве внутренних дел и в Комитете нацбезопасности республики пока сведения не подтверждают. Спецоперация в Таджикистане началась на прошлой неделе. Власти страны считают генерала мятежником, который руководил антиправительственной группировкой. Практически все и участники уже ликвидированы или задержаны.